1 миллиард леев обещает выделить бывший депутат Илон Шор на инфраструктурные проекты для развития населенных пунктов страны, независимо от политической принадлежности примаров, которые ими руководят. Политик заявил об этом после того, как получил множество запросов из разных регионов республики с просьбой оказать поддержку для реализации социальных и инфраструктурных проектов. В своем сообщении в социальных сетях Илон Шор заявил, что его команда занимается реальным развитием инфраструктуры Республики Молдова, особенно после получения множества запросов с мест на этот счет. Только за вчерашний день я получил сотни звонков с регионов, от примаров, от представителей своей команды, что люди просят о помощи. Что люди, несмотря на результаты выборов, просят, чтобы мы не отстранялись от строительства в территориях. Я не могу оставить один на один с проблемами людей. Именно поэтому я сегодня принял решение, отчетливо заявляю, что я продолжу инициировать и привлекать, и инвестировать в населенные пункты страны вне зависимости от политических партий, руководящих в этом населенном пункте. В связи с чем Илон Шор обратился к примарам, которые нуждаются в помощи. Примары и жители населенных пунктов, которые захотят реализацию проектов инфраструктурных и социальных от меня и моей команды, обратятся к нам, и мы обязательно поможем. Мы продолжаем инфраструктурные проекты, поэтому, дорогие друзья, дорогие жители Республики Молдова, я не брошу вас один на один с проблемой. Я продолжу работать для вас. Поэтому, господа примары, обращайтесь. По словам Илона Шора, только в этом году в различных регионах страны было реконструировано более 110 объектов на сумму, превышающую 500 миллионов леев. В следующем году бывший депутат обещает удвоить эту сумму, выделив на проекты для развития более 1 миллиарда леев. Ранее Шор заявлял, что вкладываемые деньги легальны, полученные от его бизнеса, а также от различных партнеров. Политик неоднократно говорил, что его цель – реализовать как можно больше красивых и необходимых проектов в городах и селах Молдовы, по примеру муниципия Аргеев, чтобы повысить уровень жизни людей. Также ранее Илон Шор объявил о запуске программы «Молдавское село», целью которой является модернизация каждого села республики путем восстановления и строительства дорог, а также обеспечение услугами водоснабжения и канализации. Проект предусматривает инвестирование более 17 миллиардов леев. Позже Илоном Шором была запущена и программа «Город Молдовы». Политик добавил, что каждый город страны может получить средства в размере 50 миллионов леев сроком на 3 года для инвестиций.